хорошие. Мы уже из Таиланда летим в Москву. В самолете нас кормили несколько раз, так как перелет был достаточно длинным. Доброе утро. Закончился у меня кофе, взяла вот такой, не пробовала. А еще я сделала маникюр, по-моему, вам не показывала. В Дубай полечу и хочу что-то более такое, знаете, нейтральное, нежное. Даже реснички сделала в этот раз, не 5D, а 2D. В общем, вся такая аккуратненькая поеду. Сейчас попью кофе, потом у меня в планах небольшая уборка, часика на 2, и мчу к подологу и на педикюр. Дорогие мои, я приехала с шопинга и смотрите, что приобрела. Вот такие утепленные лосины в черном оттенке, блестящие, красивые, красивые. Ну и, конечно, вот такие шикарные. Сразу загнула, чтобы показать, что лосины утепленные. Эти тоже. Каждая стоит 650 рублей, но эти черные, это я не знаю какой оттенок, как будто бы винный. Камера не очень передает. В общем, они такие темно-красные, что ли, с фиолетовым отливом. Вот как-то так. Подкладочку вам показала. В общем, тепло на фигуре смотрятся просто божественно. Я не знала, какие выбрать. И, ну, как обычно, взяла те и те. Смотрите, какую вкусноту мы купили. Апероль, литр. Я покупала в прошлый раз 0,7, а сейчас нашла вот такую огромную бутылку, гораздо дешевле, и она целый литр. Возьму в Эмират. Не дыши. Или можно джин. А, тут спарочка какая-то. Ты вот это будешь, да? Угу. Ну, я вот этот хочу для путешественника. А ты с апиролем хочешь? Я еще, по-моему. Вот такие десерты нам принесли. Анна Павлова так что-то подразвалилась, я смотрю. Ир мороженое. Ира ржет, что мне принесли дудку. Это коктейль для путешественников. По вкусу должен быть интересный. Ир с апиролем. Сейчас будем пробовать вкусноту. Такие панорамные окна тут. Сегодня одна ходила в кофейню с сыра, и сейчас пришли с Максом, его любимый Бургер Кинг. У меня капучино, у него, как всегда, бургеры. И скоро поедем в Москву. Вышли с поезда, вот такие сырнички с карамелью взяла, как-то не очень аппетитно выглядит, но надеюсь, будет вкусно. У Лены блинчики и латте. У нас с Максом медовуха, начинаем отмечать. Саши уже ничего нету. Он уже все съел. Макс там еще сидит, ждет свой заказ из чайханы. Саша тоже пошел за шаурмой, увидев, какие аппетитные чебуреки и шаурма у Макса. Марина с Русланом приехали поздравлять на своем Мерседесе в Москву Лену. И мы уже около Мерседес-центра. Сейчас пойдем внутрь. Оформляют документы на новенький Мерседес. Мы сидим вот в такой красивой комнате. Смотрите, какие тут потолки интересные, машинки красивые. Мы пришли выбирать букет. Вот такая тут красота.
А мы сейчас сделаем уникальный, очень-очень красивый красно-желтый букет. Вот такой красивый букет нам сделали, сочный, яркий. Очень мне нравится, моя душенька довольна. Реально. Вот один Мерседес Атенель, вот там второй Мерседес Атенель, и сейчас еще Лена получила Мерседес первый в Вологде. Сейчас у нее съемки идут. А мы уже сейчас поедем на новенькой машинке. Бегу. Вот такой красивый здесь салон, тут так тепло. Сейчас поедем кататься на Москва-Сити. Смотрите, какие еще красивые цветочки подарили Лене. Мы сейчас приехали фотографироваться и пить шампанское в Москва-Сити, но есть место еще более красивое. Сейчас помчим туда. У нас тут экстремальные съемки. Сейчас видите, как все происходит. Количество Мерседесов NL International на 100 квадратных метров просто зашкаливает. Не самому главному, да, алкоголику сейчас ездить. По Москве. Вот так вот съемки происходят. Ну, что делается, да? Кайф. Площадь проезжаем, Кремль. Красота, погода в Москве отличная, настроение супер классное. Начнем кушать и домой. Что там взял? Твистер, гамбургеры. Сука, я стал специально так, чтобы никто рядом не стал справа. Все равно влез. Прибежала я из магазина. Киса уже обнюхивает покупочки. Вот такой букет взяла, красивый. Это у нас будут девочки на троих дарить такой классный букет. Я вчера дарила, поэтому сегодня взяла вот не цветочный, а игрушечный такой пакетик. Тоже очень красивый. Кисе очень нравится. У нас уже вовсю идут сборы. Смотрите, какой красивый тортик. Все тут девочки делают, наводят красоту. Дын-дын-дын. Я в носочечках. Улыбаться надо при этом.